Вот сегодня мы собрались. Мама. То, что там показывают. Да, когда свекровь говорит то, что... Это серьезное дело. И я по должности, ты у нас самая маленькая, поэтому тебе все равно все достанешь. Кавказом у нас вон маленький. Нет, этот по крови по родственник. Ты у нас не родственница ни по маме, ни по папе. По должности только нам приходишься. Все. Давай сильно не углубляйся. Хорошо. Кому родственник, да? Тема скользкая. Я хочу выпить за моих внуков. Вот за этих прекрасных, за этих изумительных, за этих, ну, очень хороших детей. Они мне скрасили этот карантин так, что я чувствовала себя занятой. Мама, поверь, так нам вот... тоже. Мы так ждали, когда мы будем заниматься. Я у него спрашиваю, я потечь, мать, мать, Эдер, блядь, дай. С Илюшкой мы большой прогу сделали в английском языке. С Александриком за короткое время он таких успехов добился. Ну, просто непредставимо. Я не ожидала, не ожидала. Вот я очень хочу, чтобы вы поняли, что Александрик продвинулся в русском языке. Он сделал за 2 месяца то, что другие делают за полный учебный год. Великолепно продвигается по грамматике, русскую грамматику, причастие, депричастие, чтобы я провалилась. Кто из вас может в этом сейчас четко разобраться? Только... Ребенок знает, и я хочу похвалиться своими внуками, вот хвалюсь от всей души, и радость необыкновенную я испытываю. Ну еще бы, гуляли, Александрик, мехри атики скепишо, моно я сен акуга, кельга на лаксуме лихо тема, ξέρω εγώ, ο ουρανός, όχι, μα ο Αλέξανδρος, μα δεν μπορείς να φανταστείς, μα τι παιδί, μα έλεος, αμάν, πια, για, για. Ребята, я хочу выпить за здоровье моих внуков. Необыкновенные дети не потому, что мои внуки, а правда необыкновенные дети. Вот за этих необыкновенных деток давайте выпьем. Аминь, аминь. Давайте. Сегодня вообще по России деткам тоже. Международный день защиты детей. Такое какое отношение имеешь, так что ты тоже какое-то отношение. Да, мне говорят, да, мне сказали, что детишки. День защиты детей сегодня, кстати. Летит за твою радость. Я вот, кстати говоря, когда говорят «День защиты детей», я всю жизнь задавалась... Не только радость, а гордость за то, что... За их достижение, гордость. Браво, браво. А сейчас я хочу с Илюшкой продемонстрировать вам маленький кусочек того, что мы с ним вот освоили. Ну-ка. Внимание, я его спрашиваю про рекорды. What is the highest mountain in the world? Everest is the Himalayas is the highest mountain in the world. And what is the highest mountain in Greece? Olympus is the highest mountain in Greece. 2,918. Wow, 2,918 meters. Olympus. I remember 19, but no matter. Which is the... Then you prejudice us. Well. Which is the longest river in the world? Mine is the longest river in the world. And which is the longest river in Greece? Iakmalos is the longest river in the world. In Greece. And which is the longest lake in the world? Baikal is the longest lake in the world. And which is the longest lake in Greece? Krikhodiva is the longest lake in Greece. In Greece.
And which is the fastest animal in the world? Cheetah is the fastest animal in the world. And which, yes, that's right. And which is the heaviest animal in the world? The blue whale is the heaviest animal in the world. And who was the most popular leader in the world? In my opinion, Alexander the Great was the most popular leader in the world. Александр к нам скажет, какие самые красивые женщины в России, в мире, на русском языке. Да, да, говори, говори. Продемонстрируй свои русские. Леко, ты соблюдай дистанцию. Леко, ребра, Леко. Я тебя помню, как ты очень трудно водил. Я шу Леку, я шу Агапину. Браво, Белья, браво.